Здравоохранение с блокчейн. Блокчейн присутствует во многих областях нашей жизни, как и здравоохранение. Теперь блокчейн предоставит возможность врачебной диагностики с помощью искусственного интеллекта. На смартфонах через американский стартап DocAI, отметил Cointelegraph. Платформа предоставит своим пользователям комбинированную медицинскую базу данных, что позволит получать медицинскую помощь через мобильные приложения. Вальтер де Брауэр, генеральный директор и основатель проекта, комментирует, что платформа делает лабораторные тесты доступными пациентам напрямую, благодаря использованию расширенного ИИ. Брауэр также добавил, что видит широкие возможности использования этой технологии врачами, пациентами и медицинскими учреждениями. Использование блокчейн в здравоохранении растет с каждым днем. Норвегия, Канада, Швеция и некоторые другие страны уже используют блокчейн в этой сфере.